На Тишинке с 5 по 7 октября прошла международная ежегодная выставка «Салон авторской куклы». Вниманию гостей было представлено более 2000 экспонатов, а также большой ассортимент товаров для изготовления кукол. Посетители смогли пообщаться с мастерами, подержать в руках и приобрести их работы. Здесь сейчас представлено 550 художников со всех уголков России, от Калининграда до Красноярска и далее. Ну и, конечно, Южная Корея, Южная Африка, Испания, Германия, Латвия, Эстония, Украина, Белоруссия, Молдова. Очень много художников. Здесь есть и мой стенд, я делаю благотворительных кукол. Моя коллекция называется «Парад звездных кукол Асгардия». Мягкие игрушки, пулип, фэшн-доллс и БЖД. Большое разнообразие кукол можно было увидеть здесь. Гости выставки спешили запечатлеть их красоту на фотографиях. А у детей особый восторг вызывали маленькие шарнирные зверьки. Мы используем для создания наших кукол 3D-печать. Промышленная печать, лазерное спекание, материал полиамид. Он легкий, прочный, ударостойкий. Изначально мы с браши делаем модельку, потом ее делим на шарниры, подготавливаем к печати, отправляем на печать. Получаем с печати уже детальки в порошке, очищаем, красим, собираем куклу и получаются вот такие вот малютки. Уже давно куклы перестали быть лишь подобием человека. Многие мастера закладывают больше смысл в свои работы. Так кукла может характеризовать определенную эмоцию, чувство, стихию или нацию. Я привезла сюда коллекцию лесную, называется «Магический лес». Я хотела привезти сюда какой-то свой мир, во-первых, внутренний, а во-вторых, хотела бы, чтобы как-то все это было связано с моим национальным колоритом белорусским. Все-таки мы страна лесов и озер. Вот, и это мои фантазии. Куклы на выставке отличались уникальностью, стилем, идеей и подходом автора к выбору материала. Работы мои, вот вообще их, я зову их странники. Странники от слова странный. Потому что основное, как бы вот, что я вынесла из того, что когда вот люди видят и говорят, да, они говорят, они у вас странные. Ну, помимо там необычные, иногда страшненькие и прочее. Много гостей пришло на выставку в этом году, и было видно, что посетители не остались равнодушными к красоте кукольного мира. Я думаю, что каждый, кто приходит на эту выставку, получает заряд творческой энергии, позитива, доброты и понимания, что красота все-таки спасает мир.